Продолжаем рубрику с Гарри Поттером, и у нас здесь новый плакат с Альбусом Дамблдором за 29 центов, но не тут-то было, потому что есть здесь еще доставка $1.33, и в сумме у вас получается $2.62 вот этот вот плакат, что в принципе недорого. Сейчас посмотрим, как прислали. К сожалению, у того продавца, где мы покупали прошлый плакат, его уже нет, это новый продавец, и посмотрим, постарался ли он, ничего ли не замялось, хорошо ли упаковал. Не буду использовать никакого ножа, потому что я не знаю, каким слоем идет плаката. Он у нас идет первым слоем, поэтому можно было бы порезать. Ай-яй-яй, немножечко все-таки не так идеально, как в прошлый раз. Хотя, опять же, здесь эта мякушка, которая была в прошлый раз. Как-то все в прошлый раз было упаковано красивее. Вот я сейчас наблюдаю, и, по-моему, этой пленки не было. И вот, да, пожалуйста, есть заломыши. Ну, это все можно выгладить утюгом. Выглядит точно так же, как на картинке. Да, такая состаренная бумага. То есть здесь она больше состаренная. То есть это уже рисунок, а здесь вот такой вот крафт. И везде вот эти вот заломыши. Выглядит неприятно. Надо будет гладить, выглаживать, чтобы оно не было видно. Но опять же, если вы поместите это все в рамку под стекло, как сделали мы с прошлым плакатом, то я думаю, видно особо не будет, как оно, конечно, шурудит. Daily Profit, снова же, эксклюзив. Можете почитать, посмотреть. Мелкий шрифт здесь тоже читабельный. Так что, кто знает английский, можете прочитать. Встретили Эльюса Дамблдора. В общем, что-то здесь такое вот написано. Muggle Quality Flying Car. Ну, пролетающую машину, я думаю, вы знаете. Экспертная секция. В общем, на этом все. К сожалению, все здесь не так идеально, как было в прошлый раз. Но если вдруг что, ссылка будет в описании. Опять же, делайте красивые фотки. Вот так вот взяли, развернули, сфоткали продавцу. Вот так тоже где-то вот сфоткали. И, ну, изначально кадр взять, вот, например, там, где оно упаковано, и как вы его только распаковали, и продавец вам вернет, там, например, половину стоимости или полную. Потому что это все пришло не в том виде, в котором ожидалось. На этом все. Поклонники Гарри Поттера, обратите внимание. Спасибо за ваш просмотр. Всем удачи. Всем пока.